Что мы поем? Каждую иголочку растила для него. Мечтала лишь о празднике в морозном декабре, чтоб стать его участником в нарядной мишуре. Дожди шептали елочке, учиться надо ей, иначе будешь полочкой в последний из икей. Метель ей пела песенку, как важен честный труд, а то сколотят лесенку, на праздник не возьмут. Ученая акация, береза и орех давали мотивацию на лидерский успех. Продолжаем. Трусишка, зайка маленький, вел тренинги о том, как правильно приманивать мужчинку с топором. Ну вот однажды елочку весь ее лесок порезал на осколочки железный тракторок. И елочку красивую доставил на завод, чтоб стала древесиною для новеньких банкнот. Начальник взял из стопочки немножечко рублей и выдал папе елочку, точнее, что стало с ней. Тех товарно-кассовый пробил универсал и с елочкой пластмассовой вернулся папа к нам. Китайская из пластика в обмен на те рубли. Вот так в итоге к празднику пути ее вели. Возьмем и кофе с хлебушком, нальем бокалы в люк и будем пить за денежки, что нас мечтам ведут. Ура! Красивая песня!